זה השוק כמו השוק כרמל, ואחרי אנחנו עכשיו כל הבגדים שמוכרים אנשים שגרים כאן, והבשר לא כשר. זה לא מתאים ליהודים בכלל. אנשים קונים כל הדברים לאוכל, לבית, הכל ליופי. השוק הזה קוראים לו טורקי, כי כל הדברים במחוץ לארץ ממדינה טורקית. Где музыка? Мадинат Узбекистан. Сейчас видео, как мы в Израиле. Коля нашим. Овдим. Мяцмо. Возьми полный базар. Да, махана азот. Обедет и глида. Глида азот и мюха. Смотри. Понимаешь? Я сейчас буду здесь спрашивать цены. Если вот на шашлык, например. На шашлык по нас потом, что мы какие-то там обжоры лишь бы здесь. Не кошерный, нам тоже поесть как будто. Что как? Что будем спрашивать здесь? Здесь смотри, спрашивай за интересно. Я сейчас буду спрашивать записи. Это место называется Пятачок. Это центр дороги на Ташкент, в аэропорт и в город. Здесь место, дорога ведет в Ташкент одна в аэропорт и три другие в город. Это продовольственный базар. Меня не снимай. Улица Ташкентская. Это как в Москве новый Арбат. Это старый Арбат. Это базар. Старогородской. Как это называется? Старогородской рынок. Не знаю. Это самый крупный базар в Самарканде. А может вообще в Узбекистане? Нет, но в Самарканде это считается основным старогородским базаром. Самый крупный базар из рынков. Сегодня Йом Ришон, и поэтому здесь очень много людей. Потому что в этот день делаются в основном все покупки. Коним рак пирот. Покаец есть школа дворим, что оклим анашим в эндавар, когда же энд бешу газе. Зе ашу, рашит, бакола самарган. השוק הזה נקי תמיד. ואוכל הזה מאוחד. כמה זה שווה בשנייה? 30. עוד 10 דולר? Это 30.
Спасибо. Спасибо большое. Ешьте на здоровье. Яблочку заработали. Где-то бьют, а где-то ласкают. Не меня снимай, снимай канал. Можно спросить вас о чем канал вашего? Канал подключили на 40 минут. Это телевидение Америка. Специально CNN из Узбекистана. Большое спасибо, нас угостили. Спасибо. Как вы живете? Как вы здесь живете? Все хорошо, спасибо. Что нового у вас в будущем? Перспективы еще большие. Если уверенность на будущее? Надо ехать. Куда? Где хочется. Здесь судьба тянет. Там нет. Но вы довольны Узбекистаном? Очень. Самарканд? Очень. Это неповторимый государство. Лучше, чем все регионы мира. Узбекистан лучше. Тем более Самарканд. Коля нашим шагарыба Узбекистан поедет Самарканд. Мабсудим. Ки охел маспик по коля маком. Я родился в Самарканде. Мне уже 56 лет, я доволен этим городом. Мои предки здесь родились. Так что мы никакого плохого не видим. Все было доступно для человека. Все. Туда. Спасибо. Поговорите. Мы знаем, что сделаем? Зеакова, Бедюк, Моки, Пашелану, для Израиль, ВАД, Мадинат, Узбекистан. זה הכובע של חתונה של הנשים של הגברים מאוחדים לכל החתונה, ליופי. כמו בישראל פורים. זה הכובע לנשים שממש מתפללים ומאמינים לאלוהים ומתלבשים כובע הזה. אבטיח שלו, לא? אבטיח מגון. קש. Здесь просто надо сунуться. Это ансамбль «Вибиханим». Он находится рядом со старогородским рынком, Сиабским. Сейчас идут реставрационные работы. Это потому что памятник архитектуры 16 века. Это эпоха Тимура. Вот. Он находится рядом прям с рынком старогородским. Вот. Здесь же рядом находятся прилавки частных ресторан тоже. Вот. Всякие рестораны и чайханы. Вот. Продовольственные, где продают оптом и розницу. Появится всевозможные всевозможные товары из-за рубежа. Вот, например, здесь аппаратура, которые прибыли по экспорту. Вот так изготавливают здесь шашлык. Продается прямо на улице.
для людей, для работников и для проходящих. Чешская фруктоплов, который тоже готовят здесь же прямо на рынке. Делается оно из специального, так называемое, зигирное масло, которое... Поэтому оно такое темное. Пирожки, или как называется, самса, с мясом, которые изготавливают тоже такой наземной печки. Бибиханым, которая находится за вот этими лавками, за магазинами. Она тоже сейчас реставрируется. Вон наверху видно, как рабочие работают. Идут реставрационные работы. Тоже это памятник всего эпохи Тимура. Это коньяки самаркандского завода. Вот самый фирменный коньяк при бренде. Это коньяк Самарканд, который получил золотую премию на парижском дегустационном зале как один из лучших вин Средней Азии и Востока. Вот это блюдо, тоже плов. Полное блюдо, на сколько человек это может быть? 300. Вот это блюдо можно приготовить плов, еду для 300 человек. Здесь, да? Для 500 можно и заготовить. Подрывный магазин. Здесь продается живая рыба. Нет, это живая рыба. Они еще живые. Живая рыба? Посмотрели, понадобится. Леша, а выбирай. Вот это вид сблизи, памятник Бибиханым. Бибиханым это была старшей женой правителя Самарканда Тимура, который завоевал полмира, можно так назвать. Он дошел до Китая, там на восток, на запад, все были его владения. И вот этот вот дворец он построил для своей любимой жены Бибиханым, который впоследствии был разрушен, и вот сейчас он восстанавливается по рисункам, по каким-то чертежам, которые были найдены археологами. Сладостей. Здесь изготавливают конфеты, сахар, так называемый, это все восточные сладости. Все это изготавливается собственноручно. Это так называемая парварда. Это навар, сахар. Здесь всевозможные печенья, тоже приготовлены из сахара. А это среднеазиатская халва. Вот еще это, еще один вид халвы. С конфеты. Тоже восточные сладости. Халва тоже с маком. А наша сейчас чем изводит? Лепешечный рынок. Это Самарканд называется тем, что здесь выпекают как нигде лепешки. Вот это вот. Лепешки, которые изготавливаются только в Самарканде. Даже в нескольких километрах от Самарканда хлеб уже совершенно имеет другой вкус и другую форму. На Тадзах эти лепешки сделаны специально вручную, изготовлены для красоты.
Но это считается как праздничный хлеб. Хлеб, но немножечко другой. Вот здесь есть лепешки, на которых есть надписи. Это свадебный хлеб. Вот. Это тоже ваш. Он очень, это кропотливый очень труд, поэтому, естественно, цена на него немножечко выше, чем обычно. Обычные лепешки, это вот все готовятся для свадебных различных торжеств. Это ширмом называется. Вкус у него остается такой. Ширмом называется. Бисвичами вазнику. Это лепешки, в состав которых входит молоко. Молоко, горох. День свадьбы там делают вечера для женщин, которые проводят определенные дни вечера, и для них в этот день, для этого дня специально приготовляют этот хлеб. Правильно. Марканский хлеб. Правда, его здесь называют, название у него такое ортодоксальное, это называется, он называет его чап-чап. Они намного дешевле, чем обычные лепешки, но вкус у них очень приятный. Но вид спереди уже. Улица Ташкентская. Пешеходная улица, но вот по ней видно, ездят маленькие такие вот фаэтоны, электромобили. Раньше эта улица была автомобильной, сейчас она стала пешеходной. Это вся улица Ташкентская. Раньше она была автомобильной, сейчас она пешеходная. Вот здесь ездят только вот такие вот повозки для перевозки людей до Регистана. Да, поехали. Это улица Ташкентская выходит на улицу Регистанская. Так и по-еврейски. Дорога в Ташкентская, я цель Арахов, Регистан. Так будет? Ага. Бамаком, Регистан. Они поняли. А что, слушать голос нельзя, что ли? А? Что, слушать голос нельзя, что ли? Можно. Ну, с чистой лошади. Повозки все для перевозки людей. Вот сейчас пошла пустая, вот сейчас идет полная повозка с людьми. Но это уже здесь нарушитель ездит на машине. Нарушитель строгий. Если, конечно, его полиция поймает, она его оштрафует, но есть такие вот люди, которые немножко нарушают закон. Который нельзя нарушать уже. Записываешь? Конечно. Ты только говоришь. Я и говорю, и записываю. Ты куда пойдем? Сейчас мы направляемся в сторону Регистана. Площадь Регистан. Регистан это медресе или высшее духовное заведение. Значит, ну там мы об этом становимся подробнее. Что это за ансамбль? Тоже он начал строиться еще во времена Тимура. Вот, и потом здесь и во времена Тимура, и во все времена здесь по правую и левую сторону были торговые ряды, как они сейчас есть. Но это было после того, как Узбекистан принял независимость, он начал восстанавливаться и приобретать то старое прошедшее, которое уже было забыто. Улица Ташкентская стала также торговым центром. Здесь по обе стороны этой улицы расположены различные
торговые лавки. Раньше по этой улице ходил транспорт. Сейчас эту дорогу эту перекрыли, она стала чисто пешеходной. Дороги в Самарканде прекрасные. Торговля идет успешно. Помохрим коль дворим. Помохрим коль дворим. Рустим лазов, до Узбекистана, Литва, Кузларис, Америка, Израиль, для коля маком, чи Акшав. Коля Бухарим, Акшав, Патхушук, Барахов Ташкент. Прямо на стену хочешь. Я беги. Майм пол вон. Пол вон. Все друзья детства. Коля хаверим, шела гила яладим шелану. Сюда снимай. Что у тебя арабо, что арабо? Арабо зура? Будут бори. Араб. Улица Ташкентская. Это маленький скверик на улице Ташкентской. Вот там дальше уже идет площадь Регистан. Это универсальный магазин. Универмаг Афросиаб называется. Вот там, значит, уже идет площадь Регистан. Здесь ресторан. Это один из старейших ресторанов. Юбилейный. Вот. Вот это вот впереди с металлическим куполом. Это был совершенно недавно накрыт. Этот купол металла. Раньше была черепичная такая. Это торговый центр Чорсу. Здесь и давно, и сейчас располагается магазин продажи сувенирных изделий и все такое для туристов. И культура и искусство Узбекистана. Это кинотеатр Наваи. Вот этот ансамбль называется Шердор. Сейчас мы пройдем спереди и увидим, что на портале его, в передней части, мозаикой собран очень красивая мозаика. Называется Шердор, потому что на портале его, на передней части портала, видна мозаика двух львов. Львы, поэтому это место называется Шердор. Это высшее духовное учебное заведение. Было построено специально для того, чтобы вот в этом месте обучались духовным. Ну, всегда духовное место, где вот именно
выходы из молитвы, где учились, ну там муллы все учились, они всегда делали очень красиво там все как-то. Значит, потом через несколько лет у Лукбеком было построено напротив прямо этого здания точно такая же копия, но немножечко другого стиля, было построено сыном Тимура Лукбеком. Вот. Это называется медресе Лукбека. Вот. Это тоже такое же медресе, где учились. И последнее, вот прямо на Хутинин, здесь построено медресе Тиллякари. Почему Тиллякари? Это значит сделанное золотом, обработанное золотом. Вот. Внутренняя часть портала. Вот. Там она очень сильно обработана золотом. Это Регистан. Тагит ба иврит. Маня гиллата. Чиро гулам. Аня ахшав по Регистан. Металлы, караван, он стоит рядом с Регистаном. Вот это вот минареты, дабы возвести величие этого Регистана. Вот здесь проходят всевозможные концерты. Вот. Поэтому здесь места. Здесь, значит, вечерами делается такая светозвукопанорама. Да. Самарканд. Это я видел один раз. Ты видел, да? Да. Вот. И поэтому эти места специально для этой светозвукопанорамы. Это как бы Регистан рассказывает сам о себе. Что он представляет собой. Да, представляет собой. Сейчас здесь идет подготовка к празднику Навруз. Это новый день, новый год по мусульманскому календарю. Это сувениры? Да. Самарканд. Самые лучшие ручные изделия. Из глины. Сделаны из глины, особого глина. И особыми умельцами Востока Самарканда. Вся история Самарканда. Сегодня погода холодная, фонтана нет. Кто это? Это Улукбек, да? Значит, я правильно подумал. Там обсерватория Улукбек. Чем приместили? Понзас. Из Оргистан, Земаком Меркан, Лейр Самаркан, Бейр Самаркан. Кола история Матхил Микан. Посольство. Посольство? Эмбассию. Я бы, если знал. Посольство Израиля. Рия. Шали Рия Самарканд. Эйзе. Ото, кен. Самарканд. Зекатув ба узбекин. Самарканд ир Таярим. עכשיו אנחנו הולכים לתחנה מרכזית סמרקנד. מכאן נוסעים לאוטובוס, מהאוטובוס לכל העיר סמרקנד וגם לחזרה לכל המקום בעיר סמרקנד. זה תחנה מרכזית במקום רגיסטן. זה התחנה המרכזית בעיר סמרקנד. זה אוטובוס, מקום רגיסטן. זה אוטובוס מהונגריה. פירמה איקרוס.
מספר 3. לתחנה רכבת. כן. יש גם בסמרקן אוטו עובד בלי בנזין. זה טרולייבוס. עובד חשמלאי. חשמלאים, כן. הנה. זה אוטובוס מרוסיה. מרוסיה לאז. בעיר לבוב. עכשיו עשו כל הרגיסטן שלנו חדש. כבר עברו 6 שנים, ובשבילנו זה הכל חדש. Этот памятник посвящен одному из древнейших поэтов города Самарканда. Как зовут его? Это змей Бозбарак. Ага. Это узбекская авиакомпания. Не, это детский такой, это вот он сейчас. Это есть, это Саня поднимет, кто увидит, поймет. Вот смотри, вот смотри, снимай. Вон их много. Ты какой, где снимаешь? А, вон какой снимаешь. Домой. До нашего дома. На улицу Гиждуанская. Смола. Влево. Шав Яшар. אתה רוצה לדבר? אה? אתה רוצה לדבר? לא, לא, לא. מה? את האולס הם נשאו את נשת חודו. יש כאן הפרעה. כמו סטייט משינה. נשת חודו. За этим мы сегодня не сможем, были вчера, уже моросит дождик, пора идти домой. А вон куда идет наша мать, нашего жениха. И вот дедушка, ему 120 лет. Да. Шкину меня и розы. Это вид сзади, за школой, здесь школа, еврейская школа, 25-й. Вот. Здесь маленький магазинчик, сейчас он закрыт на обед. Здесь центральный магазин, да. этого райончика. Да. Улица Бухарская напротив вас. Мы движемся по направлению улицы Бухарской. Да. Впереди вот Еладим, Джугьот Ахранот. Это Талоло. Здесь